привет, ребята! Всем привет! Мы с Анюткой хотим вам показать шарик Лол. Новые серии. Может, вы уже и видели, но у нас этот шарик... Новая серия. Да, первый такой шарик у нас этой серии Лол. Сюрприз Дэнс. Дэнс. Танцующие куколки. Так, вот такое. Такого яркого цвета. Зеленого цвета. Супергерой. Тут у нас 8 сюрпризов. Вот какие сюрпризики здесь. Тут еще какой-то фонарик или лампочка. Так, открываем шарик, ребята, и покажем вам, какая же нам кукла попадется. Какая же? Она так открывается. Вот такой шар черно-малиновый. Ой, малиновый. А там много-много пакетиков. Открываем. Вот она. Так, тут был такой сверток пакетов. Вот такие пакеты бумажные синего цвета. Какая-то карточка. Ух ты. Леди, загрузка. Вон там танцует, ребята. Смотрите, если вот так карточку переворачивать, он танцует. А я уже открыла и знаю, что так, это. Если влево-вправо, он руками шевелит и ногами. Знаю, кто это. Если вверх-вниз, вот так вот. Да, смотри, кто это. Так, ребята, это вот такая куколка. У нее такие ярко-оранжевые волосы. И оранжевые тени. Сама она смугленькая девочка. И такое у нее каре модное. С челкой. Такая она. Сейчас посмотрим, какие сюрпризы. Пакетики, аксессуары к ней. Она такая красивая. Здесь, смотрите, пакетики. Я хочу вот это открыть. Как в форме кассетки. Можно вот это кассетки открыть? Для магнитофона. Можно открыть? Открываем. Подставка? Зачем? Подставка куда? Для шарика. Так. Микрофон! В этом пакетике у нас был, ребята, микрофон серого цвета. Такой вот. Эта куколка у нас, она у нас шевелит ручками и ножками, делает пипи. Открываем следующий пакетик. Что там нам попадется? Подставка, да? Опять подставка под шарик. Это не подставка. А что это? Танцпол? Танцпол, а где танца? Ух ты, это такой крутящий, все крутишь, он. И куколка танцует. Да. И я хочу вот этот. Вот этот. Какой-то квадратный. Вот этот. Ну давай открывай. Ботинки. Ботиночки. Ярко-оранжевые. Да. Давай. Ярко-оранжевые. Черный подошвой. Вот. Открываем следующий пакетик. Вот этот. Диско. Что там? Диско-шар. 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 Диско-диско. Он такой коралловый, ребята. Коралловый диско-шар. Дальше. Вот этот. А, тут бутылка. Вот здесь. Открываем вот этот. Давай, открывай. Подставка. А, в этом пакетике, ребята, была подставка под куколку, которая крепится в шар. Следующий пакетик, и там бутылочка. Ребята, там вот такая тоже ярко-оранжевая цвета бутылочка. Написано на ней поп. Следующий Анютка открывает. Что там? Покажи. Фонарик. Опять ультрафиолетовый, да? Это так, как в той серии, которая с ультрафиолетовым. Она светится в темноте, получается? Да. Как камера, да? Ага. Как такой вот там ультрафиолет. Угу. Давай открываем следующий, потом
покажем, как она же светится. Дискошоу, дискошоу. Ее шоуты, ее кофта. Так, в этом пакетике ее костюм. Ты, он такой. А где еще один пакетик? Клеточку, юбочка. Где тут еще? И один? Вот такая кофточка. Смотрите, одели мы куколку. Вот какая она яркая красотка на танцполе. И сейчас мы посмотрим, как она светится в темноте. Да, выключаем, мама, свет. Так. Ух ты, дай фонарики покажу ребятам. Смотрите, ребята, какая она яркая в темноте. Прямо у нее тени светятся, волосы, костюм. Все очень круто светится. А можно мне посмотреть? Смотрите, карточка не светится. Карточка светится ультрафиолетом. И бутылочка еще оранжевая встает. Да, и бутылочка. Вот такая куколка нам попалась из этой серии. Ребята, кому нравится эта серия Лол, ставьте лайки. Где ты? Анюта? Вот. Да? Супергерои? Ага. С Макдональдса? Ага. Ну что, всем пока? Всем пока! Всем пока-пока, ребята!